Такой добрый. Ну, короче... Ой, спасибо, Андрюха. Все это очень странно. Такой добрый. Ну, типа, знаете, у меня до сих пор, наверное, это моя детская... летать, что я очень агрессивна, ну, типа, на агрессивных людей. То есть, знаете, у меня нет такого, наверное, что моя детская. Я вот так летать, что я очень хорошо. Агрессивна. Спасибо, на агрессивных людей. То есть, типа, нет такого, что агрессивна, я буду так я топить вот так просто. Хорошо. Ну, типа, понятно, что здесь нет. Я как типа, если нет. Со мной агрессивно, спасибо. Я буду так топить просто. То есть понятно, что, ну, типа, здесь как бы. Понятно, что здесь. Спасибо. Спасибо, Даниил. Спасибо. Здесь не знала, что. То есть понятно, что здесь как бы. Я не знаю, что ответить. Спасибо. Нет, Андрюха. Здесь не знала, что ответить, потому что администратором только за подарки. Вот так вот. Нет, Андрюха. И за доверие. Нет, то есть, к сожалению, администратором. Я могу назначить администратором того, кто просто пришел, давай администратором. И за доверие. То есть. Вот, я могу назначить администратором того, кто просто пришел, давай администратором. Вот, короче, возвращайся, чё? Я уже на 20 минут больше, чем планировала, веду. Я сбилась с ситуации. Ну ладно, еще 5 минут последних. Я уже на 20 минут больше, чем планировала, веду. Я уже час, понимаете, буду вести. Ну ладно, еще 5 минут последних, потому что надо допить. У меня, короче, вещи. Я уже час, понимаете, буду вести, кто-то пробегает. Вот так вот сейчас как бы белая такая штука пробежала. У меня, короче, вещи перед глазами, как будто, знаете, кто-то пробежала. Вот так вот сейчас как бы белая штука. Ну, блин, на самом деле, знаете, у меня очень бурная фантазия, типа, я вот вчера выходила. Нет, позавчера. Ну, блин, на самом деле, знаете, у меня очень бурная фантазия, типа, я вот вчера выходила. Нет, позавчера первого числа, когда мы 3 часа стримили. Вот, типа, когда мы 1 числа стримили с Сашей. Я выходила ночью, было очень темно, прям вообще я даже показывала, у меня было 2 фонаря в конце. Сашей. Я выходила ночью, было очень темно, прям вообще я даже показывала, у меня было 2 фонаря в конце. Я выхожу вот так вот. Типа, участок стоит. Ну, давайте мы кучу. Ну, смотрите, вот такое поле. Вот ночь, представьте, да, я выхожу. И вон там, где открыта сейчас калитка, из этого, там стоят маленьких 2 вот таких фонарика. И вот такое поле. Вот. И вы понимаете, вон там, да, калитка, там стоят полная темнота, два вот таких еле фонарика. Видно эти фонарики. Вот. И вы понимаете, да, на улице там либо полная темнота, еле видно эти фонарики. Вот. Там 2 маленьких вот таких фонарика. Вот. И все. Там 2 и, маленьких типа, вот таких фонарика. Иду. И все. Типа... И, типа, я иду такая вот, иду. Еще вот сейчас мне написали, типа, как будто от официального сообщества какой-то мужик написал, я бы это поверю. Еще вот сейчас мне написали, типа, как будто от официального сообщества какой-то мужик написал, думал, я бы это поверю. Я просто валяюсь, ребят. Типа, создавать 300 аккаунтов и писать, что я там какая-то плохая, очень круто. Блин, создавать 300 аккаунтов. Писать, что там история про фонари была к тому, что у меня вечно, когда вот мне темно, типа страшно, спасибо. История про фонари была к тому, что темно, либо страшно, я когда думаю, мне темно, а мне сейчас типа страшно, спасибо. Темно, либо страшно, я всегда думаю, а вдруг там меня сейчас украдут, спасибо. Спасибо! Вот, типа, я боюсь, что мне сейчас там это... то, причем, типа, я уже давно это все как-то... Вот. Типа, поняла, я боюсь, что мне сейчас там это... Вот, но меня до сих пор причем, типа, я уже давно это все... Вот, как-то... Я прям, типа, поняла, иду, я бегу даже. Вот, но меня до сих пор не так страшно иногда. Почему я про это говорю? Потому что мне показалось, что сейчас кто-то белым пробежал. Иду, я бегу, даже не было никого. Вот, мне почему сейчас про это говорю? Потому что мне показалось, что вот сейчас кто-то белым пробежал вот так. Я в окно смотрю, уже никого нет. Вот. И про фонари-то говорю, что... Типа, если бы освещалась хотя бы там половина, типа, участка, вот, то было бы про фонари то говорю, что хорошо. Я бы, типа, если бы освещалась хотя бы там половина, типа, участка, то куда идти, было бы прикольно, было бы хорошо. Я бы, типа, всё видела. А так, понимаете, только вход будет освещаться, что куда идти, и все. Вот, здесь фонарь висит, он освещает буквально одним фонарем, его надо выключать. Вот, здесь фонарь висит, он освещает. Ой, наверное, знаешь, у меня с детства боязнь, но я не буду про нее рассказывать, это прям очень личное. Вот. Ой, наверное, типа, знаешь, у меня это детство, не нейтрально, ничего просто, но я не буду про нее рассказывать. Есть персонаж, которого я прям, вот. Прям типа, не это ну, не нейтрально, ничего просто. И все. Есть персонаж, который очень я много, прям, кстати, видела прям каких-то вот. У меня вообще, прям я, у меня да, на кухне, и все. Дома, в Москве, я в квартире. Очень много, кстати, видела каких-то вот. Я слышу, как у меня на кухне, дома, в Москве, в квартире. Я сижу, короче, и я слышу, как на кухне, знаете, страница книжки. Очень очевидно. Очень очевидно. Это прям, она...
Это она одна за крапусом висит. Это очень очевидно. Поэтому очень очевидно. Это прям... Она... Вот. Это короче, она, и вот, знаете, одна за крапусом вот висит. Перестается. Я поэтому... сижу вот так, не буду говорить. И вот. У меня все, что короче, было под рукой. И вот знаете, вот как страница вот так перестается. Это был я кактус. Я сижу вот так вот. Понимаете? И у меня все, что было под рукой. Вы сейчас будете под рукой у меня был. Это был кактус. Понимаете, чтобы с кухней найти на... Короче, чтобы с моей комнатой найти на кухню, мне надо просто вот... Вот так вот встать с кровати. Мне, чтобы с кухни дойти на... прямо, ой, чтобы с моей комнаты дойти на кухню, мне надо просто вот... Тут даже нет таких поворотов, чтобы, типа, просто, ну, просто пройти прямо, прямо типа, я на кухню. Я вот иду. То есть, иду, ну, смотри, никого тут нет. Тут даже нет таких поворотов, чтобы, я типа, не просто, ну, я, типа, просто прямо. Я люблю, когда я одна, хоть иду, я если слышу какие-то звуки, я очень часто, у меня еще фобия, я не... Я, типа, я люблю, когда я одна, хоть иду, я, если слышу какие-то звуки, я очень часто, у меня еще, знаете, что? Сейчас к этой истории и вернусь, но... Надо было, да. Вот, и, короче, у меня дома... Там паркет, получается? Надо было, да. Вот, и, короче, у меня дома... Там паркет, получается? Точно, 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 точно. Вот, у входа, вот, к квартирам входишь, там паркет. Точно, точно. И на него, когда вот, ступаешь, он скрипит. Вот, квартирам входишь, просто так он там не паркет. Скрипит. И на него, когда на... Это все понимаете, на... да, я сижу, ступаешь, он скрипит. Моя скрипит. Просто паркет. Так он не скрипит. Я выхожу, никого нет. Ну, ты все понимаете, я, да, сижу, скрипочки, я всегда, когда захожу домой, скрипит одна... паркет. Я всегда я стабильно выхожу, захожу во все комнаты. Я возвращаюсь к крыльчику, я всегда, нет, когда захожу домой одна. За дверью, за шторками. Я всегда за... стабильно захожу во все комнаты. Если ванной, то и за шторками в ванной. То есть под кроватью. За дверью, за шторками, за... То есть абсолютно везде. Если ванной, то за шторкой ванной. И потом только спокойно сяду. И то не спокойно, я проверю. В шкафу. Сяду, то есть абсолютно везде делать свои дела. А потом и потом только спокойно сяду. И то не спокойно, я проверю все. Сяду. То есть это вот такое свои дела. У меня просто сумасшествие с этим. Я не могу. Я вот прям думаю, если вот я сейчас буду покупать дом, просто сумасшествие с этим. Я не могу. Я вот прям думаю, если вот я сейчас куплю свой дом, покупать свой дом мужем. Ну, если он будет мужем. Если я буду покупать дом, я не знаю, как я буду в нем одна оставаться. Потому что у меня прям мечта построить трехэтажный дом. Давайте расскажу про свои мечты. Если я буду покупать дом, я не знаю, как я буду в нем одна оставаться. Я же пойду на врача, стоматолога. Я хочу рассказать про свои мечты. Из-за того, что я иду на стоматолога, я же пойду на врача, на стоматолога. Я хочу открыть свою клинику, знаете, раньше. Из-за того, что я иду на стоматолога, я построю себе трехэтажный дом. У меня будет трое детей, куча собак, оранжевых. Я думала, что я построю себе трехэтажный дом. У меня будет трое детей, куча собак, животных. Одна захожу домой. Вот, дети в школе, я такая, типа, в садике. Так. И вот я думаю, прикиньте, да? Вот я одна захожу домой. И я дети я включаю только в коридоре. Это же я пойду просто я вот одна захожу. Там минус 40 просто. Свет включаю только в коридоре. Это же я пойду просто по всему дому. Там минут на 40 просто обходить весь дом, да? Ну, то есть это прям такая вот больная тема для меня. Прям очень, 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 очень вот. Плохо все. Ну тут.